Едем к на туалет. Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся с музыкой. Сам радистом раньше. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Урал. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник... Привет. Они... Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. Но по вкусу. Оккупации перебили. Никто же не думал, что это самое последнее... Тут только новейшая техника. Ну вот, в метро такого не найдешь. Слушал эфир. И пришлось взять, послушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказ наносить еще удары. Никто не верил, что Москвы больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети, офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончилась, но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже отвлечен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Ой, ну и деньги были. Как вспомню дрожь. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились.
Это подвалы старого храма.